Куда идем? Смотреть, отдыхающие заплывают за буйки или нет? А если отдыхающие заплывают за буйки, то что вы делаете? Плывете за ними вдоль береговой линии? Подходим к ним, делаем предупреждение, рассказываем правила поведения на воде и удаляем их в зону купания. А как они потом, если хотят подолгу поплавать, что они делают? Вдоль буйков плавают. Думаете, это интересно? Даже вот в прошлом году вытащили, сделали искусственное дыхание, привели, от госпитализации отказался, через 50 метров отошел в сторону, накатил еще 150 и опять полез в воду. И женщинами, кстати, то же самое. У нас одна женщина 3 раза в состоянии алкогольного опьянения, мы вытягивали из воды, и последний раз она уже выбежала напиться, застали и пыталась там топиться, потому что ей мешают отдыхать так, как она считает нужным. А в таких случаях вы можете вызвать полицию? Мы во всех случаях, вот, связанных с алкогольными опьянениями, вызываем полицию. А дальше уже идет по обстановке, по загруженности полиции. Но в принципе в 99 случаях сотрудники полиции прибывают нам на помощь. И в 100 случаях по нашему вызову приезжает скорая медицинская помощь. И дальше уже по обстановке приводим чувства наших отдыхающих, которые чересчур разгулялись. Остальное. А за нам, нам будет за этим присматривать. Так там у них и бар, и бассейн, и шезлонги. Вы тут совсем по соседству. Как будете взаимодействовать? Вот так и будем взаимодействовать. Будем обеспечивать безопасность, будем смотреть. Поживем и видим. Сколько примерно людей добавится на пляже, когда вот тут построят этот вот мини-ибицу? Я не могу сказать, потому что я не проектант, мне трудно следить, сколько там добавится. С вами советовались? Никак нет. То есть вы тут эту зону как бы тут бдили, тут раз, сейчас вот... Для нашей работы ничего не меняется. Но они же не будут выходить в море, у них там свой бассейн. Кто их там будет обеспечивать безопасность? Сами они и будут, да, на бассейне? Я думаю, что мы расскажем элементарные правила, я думаю, что мы обучим, чтобы у них был спасательный пост. Я думаю, что мы подскажем, что там должна быть медсестра, они это знают. Я думаю, что их ведомственный спасательный пост, так называются такие посты, их медсестра за этим будет присматривать. А для нас, в общем-то, суть работы не меняется. Да, фамилию еще раз потихонечку. Да. Мы реагируем на все обращения граждан, независимо от того, в бассейне они купаются, в море или просто находятся на береговой полосе.